В субботу, 26 декабря, в здании администрации Десногорска состоялось награждение участников избирательного процесса за поправки в Конституцию Российской Федерации. Грамоты и медали членам территориальной избирательной комиссии и участковых избирательных комиссий вручил председатель ТИК Десногорска Михаил Хоботов. От имени членов избирательной комиссии Смоленской области и от себя лично благодарю вас за компетентность, выдержку и твердость духа, ставших верным залогом высокопрофессионального проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации на территории Смоленской области. Голосование за принятие поправок в Конституцию России проходило 1 июля. Всего же 15 избирательных участков города работали на протяжении 7 дней. Отличительная особенность прошедших выборов – особые эпидемиологические меры. До того, как это произошло, это было много, очень много вопросов. Помните все, да, эти коврики, эти урны, эти маски, эти перчатки, эти экраны и тому подобное. Ну, борьба за то, чтобы было чисто. Это награждение стало частью подведения итогов территориальной избирательной комиссии города за последние 5 лет. Полномочия избирательного органа в его нынешнем составе окончатся с приходом 2021 года. Кто будет в новом составе ТИК, уже решила территориальная избирательная комиссия Смоленской области. Согласно этого постановления избирательной комиссии Смоленской области, новая комиссия в составе 7 человек назначена. Председателем территориальной избирательной комиссии назначена Хромченкова Ольга Борисовна. Полномочия Михаила Хоботова в качестве председателя избирательной комиссии города Десногорска истекают 31 декабря 2020 года.